Окей. Ну, понеслась. Принеси мне, говорит, мою голову. Ха, там чувак голову потерял. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем тут тыкаться хлебалом в стены в игре Show Down Bandit. И я должен принести, по-моему, голову. Вон туда, вон там чувак какой-то что-то рассказывает. Типа... Нет, головы, понимаете? Вот эта голова, нет? Можешь вот это принести. Я могу это принести, мне не трудно. О, вот тут еще, смотрите, тоже вроде как вон наверх можно полезть. Это что? А, 3-6-4-5-5-1. А это я, по-моему, там записывал в заметке или фотографировал в конце прошлой серии, да? Только толку от этого нихера нет, потому что я не знаю, куда этот код вообще девать. Это что такое? Тут рельсы какие-то. Вон, вот тут тележка какая-то. Тут рельсы какие-то, тут тележка какая-то, тут все завалено к чертовой матери. Ни хрена непонятно, что делать, просто потрясающе. Я чувствую, что это надолго. Вот я тут, наверное, подзастряну, да? Ой, можно? Нельзя? Ну ладно, все. Все, идем обратно тогда в таком случае, давай. Вылезаем отсюда нахрен, так. Ну тут, понимаете, тут ну сразу собаки такие атакуют и все. Ну что ты будешь с ними делать, я просто не понимаю. Давай, обходи. Вот так, вокруг обходи. Ай, молодец, ай, дурак, блин. Я же тебе сказал, обходи, ты что? Он точно сказал голову, да? Нас сейчас, наверное, убьют, но я еще раз хочу послушать. Что ему там надо? Да ты куда вообще идешь? Что-то уже там тишина вообще. По-моему, мне кобздец. Ой, придурки, а. Косорылые дебилоиды, все. До свидания. Да что ты? Ну ты дурак, нет? Ну куда пошел? Ну и вот я опять материализовался в этом, в банке. Ну что, буду искать сейчас, думать, что делать. Вот какая-то катушка какая-то, еще какое-то говно. Опа. Здрасте. Это самое, вам тут не скучно одному, нет? Что он там башкой машет-то? Туда-сюда. А, и теперь он за мной пошел, да? Прекрасно. То есть, а когда я к нему прям в рот устремлялся, он меня сожрать не хотел. Интересная логика. Ой, слушайте, ребята, а что-то он быстрый сильно, нет? Ты не сильно торопишься, парень. Ай. Ну, это я назад возвращаюсь. Мне, наверное, туда, в принципе-то, и не нужно. Блин, по-моему, я куда-то приперся. Я пошел вообще куда-то далеко-далеко назад. Не нашел вот такую комнату. Тем, кого это может касаться. Я заложил, значит, зверя в ловушке, в шахтах, за моими особыми дверьми. Хочешь знать код? Ты должен будешь найти его. Не может быть, чтобы я позволил этой штуке вырваться и кому-то повредить. Так, секундочку. Секундочку, где мои заметки? Так, где мои, мать их, заметки? Так, это вот сюда, правильно? 3-6-4-5-5-1. Слушайте, оно не этот код, он не меняется с каждым разом, когда ты, ну, по новой заходишь в игру, мне вот интересно. Ну, давайте я попробую сейчас 3-6-4-5-5-1, да? Давай, значит, вот сюда пройдем. 3. Дальше. Ничего не напутал, а то сейчас будет. Да нет, написано 3-6-4-5-5-1. Ну, давайте. Значит... Блин, вот заметки эти были записаны, когда я прошлую серию снимал, а не эту. Меня это, конечно, немного пугает, если честно. Ну, по крайней мере, я знаю, что делать. То есть, если даже сейчас окажется неправильно, я просто перепройду, еще раз прочитаю код, еще раз дойду сюда. И все будет хорошо. Так, дальше 5. Давай, вон туда, вон прись, пожалуйста. Ой, блин, лучше бы вы вводили бы какую-нибудь кнопочки бы ввели бы, да, вот он же шпарется еле-еле, как в штаны понасерено там у него, еще надо из комнаты в комнату, и это же кобздец. 5, давай, еще 5, еще 5, давай, еще давай 5, собак, ты в шляпе, да, и куда ты пошел? 5, и вон там один, последняя дверь, да? И что будет после того, как я вот это все дело проделаю? Я его вытащу, да, зверь вылезет, кстати... Что тут валяется какой-то хер? Ну да ладно, пофигу, давай один пробуем. Так, сработало, судя по этому звуку. И что же именно сработало? Кто-нибудь скажите мне. Все, смотрите, никаких цифр уже нет. Есть только двери. И что, я в каждую пройти, что ли, могу? Серьезно? Нет, в эту не могу.
Значит, наверное, вон в ту магу. Она как-то, знаете, вот видите, у нее иллюминатор подсвечен. Да. Ну-ка, и что там? Капкан. Зашибись. Иди сюда. Иди сюда, мой красавец. Ой, молодец. Все, давай расправляем капкан. Сейчас еще кто-то придет, наверное, нет? Ну, смотрите, таки добрался я куда-то. Это иногда вот в этой игре кажется, что ты уже не найдешь истины, скажем так. Куда тебе надо, что тебе надо. Но вот, как видите, получилось. Трэппинг. Прыгай на своих врагов с правой клавишей мыши. Какие-то смертельные ловушки. А, он говорит, типа, расставляй на врагу. Вот, давай. Иди туда. Не туда идешь ты, дурак. Блин, я сейчас сам попадусь на это говно. Да что ты будешь делать? На, вот, я тебя насрал. Четкая, знаете, такая... Вот истинная жопа ковбоя, да. Она выдает такие вещи, какие никакая другая жопа не выдаст. Так, давайте теперь, наверное, еще сюда вот попробуем. Вот эта дверь, она как-то больше привлекает мое внимание, если честно. Так, здесь у нас что? Хороший выгляд. Выгляд, господи. Угарный выгляд. Так. Само так, да. Хороший вид. Значит, обнаружь спрятанные костюмы бандитов в Showdown Valley. Возвращайся сюда, чтобы их напялить. А я могу что-то напялить, да? Ну-ка, что у меня есть? Давай посмотрим. А у меня ни хрена нет, как бы. Что я могу обнаружить? Ну, наверное, где-то какие-то секретики валяются. Но я не находил, я их ни в коем случае не видел. Ну, зон тут играет. Наигрывает музяка какая-то. Хорошо, я думаю, что это нам не очень нужно все. Блин! Давай, заворачивай и сри. И заворачивай, сри. Все, иди ко мне, молодец ты мой хороший. Хороший, любимый мой родной лысик. Все, замечательно. Итак, я прибыл, смотрите, деньга есть. Стрелочка показывает, туда типа идти, да? Ну ладно, сейчас пойдем. Давайте тут уже до конца все-таки поисследуем как бы. Опа! Эти шахты могут быть опасны. Хочешь открыть сокращенку в мертвецовый гульч? Skip minecart, ride minecart. Skip, во-первых, и нельзя как бы. Что я вообще сделал? Ride minecart, это значит, что я сейчас буду кататься на тележке или что? О! Ух, твою мать! Вот это я теперь крутой, все. Я вот этим вот пылесосом вам так всем пораздаю. Вот это вы сейчас все охренеете. Посмотрите, да этой елдовиной можно и слону пасть заткнуть. Я сейчас... Да. Окей! Ну, понеслась! Собаки, кто на меня? Ничего не видно. Куда стрелять-то? Что происходит? А, смотрите, надо вот по этим целям, да? По мишенькам. По мишенькам надо стрелять. А я все должен обстрелять мишеньки? Или достаточно только некоторых? Я очень надеюсь, что достаточно только... Так, ясно. Тут надо на скорость, короче, это делать. И, видите, я вот врезался. Что? Нет! 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 Да ёлки... Все заново, ребята, с самого начала серии. Как я люблю эту игру. Надо будет там сохраниться где-то. О, поехали еще раз. Действовать надо, ребята, быстро. Я, правда, вот не знаю, там такое количество мишеней. По идее, сбивать нужно, наверное, не все. Но я попробую побольше, скажем так. Ну-ка, вот сейчас вот, внимательно, сейчас вот опасный момент. Все, успел, хорошо. Главное сбивать мишени, я думаю, которые касаются вот таких вот ворот. Извините. Господи, тут какое-то странное прицеливание, очень сложно судить, насколько я правильно. Все таким близким кажется, что оно прям перед носом у тебя, понимаете? Вот тебе вхлебало просто. Так, сейчас, куда, чего, куда я еду-то? А, вот я еду, да? Раз, два, отлично, так. Раз, два, отлично, все ссаные черепки, пожалуйста. Соблаговолите спетлять нахер отсюда. Едет великий Showdown Bandit. Showdown Bandit у дорогу, пожалуйста. А вы ли не охренели совсем, господа мои ковбойские, понаставить тут всякого заграждающего дерьмища. Все, прекрасно, проехали и здесь. Смотрите, я, в принципе, неплохо справляюсь. Я достаточно такой... Оу! Сразу надо прям видеть, сразу как надо четко действовать. Так, мертвеца этого тоже нужно. Куда? Тихо! Что творится? Что это такое?
А, ты глянь, эту морду надо наглую. О, все, я понял. Давай, Danger, я понял, что Danger. Это действительно Danger. Это этот лысый ссаный зародыш, это Danger. Я тут не возражаю абсолютно. Так, давай, надо стрять в него, да. И вперед надо тоже посмотреть, потому что, возможно, впереди будет опасность, кстати говоря. Пока что я ее не вижу, пока что. Пока что можно хорошо оттянуться по башке этой сволочи. Ой. Как-то хреновое приземление, да, я так понимаю. Так, ну ладно. Выходим тогда. И давайте мы тогда денежку соберем. Бутылка. Самое время бухнуть, я считаю, после такого. Здорово, мужик. Сохрани, пожалуйста. Да я-то понял. Продолжай двигаться. Тебе легко говорить. Сидишь, свою сраку протираешь. А мне, значит, двигаться. Не хочу я тут двигаться. О, стоп, я здесь был уже. Мне, наверное, тогда в другую сторону. Там еще одна дверь, да? Я как раз отсюда ж приехал. Вот еще одна дверь. Вот это будет интересно. Давай-ка, понеслась. Так, открываем. Что мы имеем? Что мы, спрашивается, имеем? Ну, в принципе, здесь я не был. Это какие-то новые места. Это можно точно абсолютно констатировать. Вот по таким мостам я не заезжал никуда, не заходил. Где все лысые педрилы? Где они? О! Кладбище какое-то. Мисс Андертейкер. Еще раз, я поймал их, тащащих трупы из вашего кладбища. И они эти трупы тащили в мой турнип-кроп. В этот раз я сломал шаутган. Дробовик вытащил, да? Короче, я где-то час тратил, чтобы понять. Они не ощущают боли нигде, кроме как в их бошках. Пожалуйста, сделайте свою работу. И пусть эти монстры будут в Ранглит. Фармер Милл. Вот такой вот, ребята, в ранг... А, подождите, а вот к этому кентяре можно подойти? Он же меня вылечить может, да? Да, это опять я, действительно. Полечи немножко, дядя, ну что, тебе не жалко? Так. Главное, он еще ноет. Опять ты. Ты хоть знаешь, через что я прошел? За мной огромная, как головастая каркозябра гонялась, блин, по туннелям. Ты каждый день через такое проходил, что ли? Что-то... Он, кстати, лопата. Может, лопату взять? Нет. Я думаю, это просто для декорации. Давайте пройдем еще вот сюда, посмотрим. Посмотрим, что здесь. Колокольчик. Вот надо в колокольчик. Dead Man's Gulch. Там, короче, мертвецы, ребят. Мертвецы там. Я даже не знаю. Undertaker. Это мисс это, да? Это тетка, которая в самом начале игры была. Ну-ка, давайте к ней сходим. Что тут у нее? Ну, читай, алло. Ой, здрасте, мадам. Мадама. Куда пошла? Куда поперлась? Да тебе, я смотрю, палец в рот не клади. И ничего другого тоже лучше не класть, да. Не тот ли это Showdown Bandit? А предлагает с ней драться. Короче, она говорит, я отправлюсь к мертвецам, всех перевалить, ты со мной. Вот, вкратце я перевел. По-моему, об этом речь. Это можно прочитать, нет? Мисс Андертейкер. Какой ты сумасшедший человек шляется тут, всех их приструнивая, этих ходячих мертвецов. Подвешивал их, чтобы они выглядели как истинные ребята нормальные. В Showdown Valley, как хранитель кладбища Showdown Valley, я всех их обрежу от их сраных этих ниточек, да. Но если это продолжит продолжаться, я доставлю информацию об этом бреде шерифу. А, понятно. Ну, слушай, ну мы пока без шерифа, да. Мы же, что называется, суровые ребята. Чего необычно? Чего-то необычно, говорит. Нет, ты это пока открывать не можешь. Да ладно, я хотел гробик открыть. Тебе что, гробик жалко, посмотри. А здесь переодеться, да, типа, мне скажут опять. Ну да, здесь можно одевать. Здесь можно, да, одевать нашего бандита. Ну, мы этим всем не занимаемся, у меня нет никаких костюмов. Ну, чё тогда? Рычаг, давай. Та-дам. Я так понимаю, что таким образом я открыл сейчас... О, рипы. Все, пошли рипы, ребят. Я открыл те огромные ворота, наверное, да? И я думаю, что я теперь там могу стрелять, по идее. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Давайте выходим отсюда. Так, наверное... А, нет, смотрите, ворота закрыты. Ну, не-не-не, вот эту хрень я открыл. Вот это, сейчас я подойду, нажимаю вот к правой клавише мыши или какой-то. Сейчас. Бэнс. Ох! Понеслась, а! Да, сейчас будет что-то суровое.
Тихо, ребята. Стоп. Так, возвращаемся, смотрите. И ты что делаешь? Я зачем-то насрал тут этими. Так, первый. Отошел. Второй. Че, как-то близко они. Как-то они близенько, да? Ну-ка, давай. Все, капканов нет больше, да? Блин, обосрался я, походу. Шериф Андертейкер, ты девка ты. Помоги, а? Слышь, тут опасно очень. Стрёмно мне. На помощь. Ну хорошо, давайте я еще разок попробую, может, их отстрелять. Не, а я не понимаю, а как я это должен нахрен успеть, если честно? Вы видите, что их бошки сраные очень близко приближаются ко мне. Очень все это быстро происходит, да? Ой, стоять. Вот и удар. Вот и, ребята, удар. Так, обходим, значит. Обходим. А, промахнулись, отлично. Отлично, они промахнулись. Может быть, мне, кстати, просто пройти и насрать на них вообще? А чё бы и нет, кстати. Все, пошли нахрен. Без вас как-нибудь разберусь. Так, это чё? Это можно подобрать? Нет? А это можно подобрать? Да, смотрите. Разыскивается. Кто-нибудь может быть дорогушей и очистить эти... от караверское место от этих жутких ползунов? Они продолжают приходить и гадить мне тут на мои могилы. Я дам вознаграждение. Убивайте 10 арахнидов. Пауков надо мочить, понятно? Вау. Так, ну ладно, давайте мы вначале, наверное, подсохранимся. Так точно, да, все, так точно, парни. Я все помню, я все знаю, я все осознаю. Так. Ну и что, и в какие дальше эти самые... В какие дальше двери пролезать? Никто не будет настолько соблазнен, чтобы забрать мой ключ скелетов за Dead Man's Gulch'ем. Я закрываю эту дверь тоже. Никто не будет настолько сумасшедшим, чтобы два ключа найти, верно? Вот. Я бы так не был уверен, слушайте. Короче, надо найти два ключа целых и пройти дальше, да. Но это уже в следующей серии. Давайте пока на этом закончим. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.